Всем привет, я продолжаю проходить GTA 3, следующая миссия у Кенджи, Великий Автовор. It is impossible to overestimate the importance of etiquette in this line of work. To my eternal shame, a man once did me a favor, and I've never had the opportunity to repay his kindness. The man's weakness is motor cars, and he has requested that we acquire him certain models for his collection. Needless to say, we must give him the cars as a gift to repay the debt that I owe him. You must obtain the cars on this list and deliver them to a garage behind the car park in Newport. My honor demands it. А, типа мне листочек дал, да, который я просто как-то... Итак, я просрал эту миссию, опять же, потому что я просто затупил. Вот то, что вот розовая точка, я думал, что это машина, но это как и в прошлый раз оказалось, что это гараж, который их надо завозить. Поэтому вот так вот глупо получилось. Я бы успел 100%, если бы не этот тупняк. Так вот. Мне надо сейчас ехать вот сюда. Садиться вот в эту машину. Очень ну там, по сути, пейнтспрей прямо там же, так что это вообще не проблема. Фух, ну ладно, это хорошо, что меня в то же место надо отвозить, иначе было бы совсем хреново. Деньги у меня, по идее, есть. 450 тысяч почти. Как я так в прошлый раз ее все эти машины так как аккуратно вез, вообще идеально вез, а тут вообще пипец. А вот это время, которое высвечивается, это общее время на все машины, естественно, то есть не на каждую. Поэтому тут надо очень быстро. Так, вот этот можно джип стырить и потратить здоровье просто так. Конечно, сейчас засигнализирует. А, нет. Обычно он сигнализирует. Странно. Так, сейчас я могу ехать вообще как угодно, потому что эту машину мне не надо в хорошем состоянии. Так, следующая моя машина вот здесь находится. Сейчас надо сразу посмотреть, как отсюда можно выехать. Уже тогда я, если честно, этого не понял. А, вот, все, понял. Да не туда, вот сюда. Так, попробую на этот раз поаккуратнее вести, чтобы все-таки чинить не пришлось. Все-таки это какое-то время тратит. Конечно, я в этот раз и так успеваю замечательно. Но вот от этого она, к счастью, не дамажится, так что здесь все в порядке. И вот от этого тоже. Эй, ты чё? Тебе ничего-то не нравится? Во. Так, у меня чуть меньше 3 минут, осталась одна машина, я прекрасно знаю, где она. Вот, я все ждал, когда ты так сделаешь. Офигеть, как много на этот раз отняли. Вот, теперь она сигнализирует. Главное, не на ментов не нарваться, это просто будет все. Конец. Два, не нарвался. Эти, правда, уроды стреляют в этот раз очень много. Как их так много? Их никогда так много не было. Вот, сейчас будет проблематично. Ну ничего, если что, починю. Время мне на это хватит. Так, аккуратненько вот так вот делаем. И просто гоним. Просто гоним.
даже не из-за них, а просто потому что, блин, говно жопа. Ладно, отремонтирую сейчас. Вообще без проблем. Ух, ну ладно, эту миссию я, кажется, прошел. Ура! Отлично, 25 тысяч, вау. Вот что вот это такое? Короче, ладно, я сейчас все сделаю, что надо, и продолжу потом. Итак, я подъезжаю к следующей миссии. Кенджи, договор. When trouble looms, the fool turns his back, while the wise man faces it down. The Colombian cartel have ignored repeated requests to leave our interests in liberty well alone. Now they are negotiating terms with the Jamaicans in order to humiliate us further. They are finalizing a deal across town. Take one of my men, steal a Yazi car, and go pay your respects to the Colombians. Our honor demands that you leave no one alive! Смешной такой. К северу отсюда, в Ньюпорте. Офигенно, то есть вы мне даже не скажете, куда именно ехать. Он же сказал, типа, возьми одного из моих людей. Почему никто со мной не поехал? Ньюпорт. Ага, вот Ньюпорт. И где тут машина? Типа вот это вот жопа. Да. Я так догадался-то. Я что-то начали думать, что опять же она стоит где-то, но, как обычно, это была ошибка. Хорошо, что я догадался сразу так быстро. Нет, пристреляют меня, как они мне надоели. Он прямо около моего дома. Тусует. Давай быстрее. Ну что ты такой медленный? Автостоянка больница. Ага, я знаю, где это. Автостоянка больница. Я не умею связывать слова. Мне сейчас всех убивать надо будет. Блин, я так и знал, что надо было броню купить. Я что-то не подумал. Ну, что-то я, точнее, такой думаю, да, не обойдусь. Так, ну что ж, давайте. Ой-ой-ой, ты отойди! Отойди! А, или пофиг. А, ну норм тогда. Я думал, что надо, чтобы мой друг, типа, в живых остался. Очевидно, нет. Охренеть, это было просто. Блин, я реально так обосрался, когда она начала гореть, и этот чел там прям рядом бегал. Я думал, что все, типа... ГГ, миссия провалена. Но, к счастью, нет. О. Ладно, ладно. Так, так, так. Возвращаемся, значит. Отвозим этот дипломат к этому Кенджи. Что ты делаешь, дебил? Так, отвозим компромат, ой, дипломат, или хрен его знает, короче, какая разница, отвозим, короче, то, что мы подобрали, и миссия пройдена. А, стоп, я что-то не понял, а, вот сюда, что ли? Кенджис. Угу,
25 тысяч выполнено. Ой, то есть получено. Выполнено 25 тысяч. Ну, а вот эту я смогу взять? Эту наверняка смогу, да. Но она сейчас сильно известна будет, да? Да. Ладно, что ж, я сохранюсь. Броню все-таки, наверное, но новую себе найду и продолжу. Так, я снова подъехал к миссии. Что у нас на этот раз? Шима. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Окей. Кто же на меня на этот раз нападет? Кто же мне помешает? Хотя тут без времени, это уже хороший знак. Я могу их вот так прям подобрать? Нет. Ага. Так. Ага. Ау, ты говно. А почему третий другого цвета? Вот мне что интересно. Это что означает? Так, это где? Это опять, что ли, наверху? Или нет? Или что это такое? Нет, это где-то здесь. I can't pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of yakuza are you anyway? Ага. Раздались банды, значит, которые стырили все. Хорошо, а что за банда? В натуре, блин, он даже не сказал, кто обокрал, а главный герой откуда-то уже знает, кто именно это сделал и куда ему ехать. И это в Портленде. Давно я там не был, как же я соскучился. Шучу, не соскучился. Хотя, это тоже. Ну, хотя, блин, там эти мафиози, Леоны, которые меня с дробашами будут убивать. Так, это... Нет, 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 нет. Как тут ехать? Я запутался. Вот здесь мост, да? Да. Судя по расположению, мне кажется, что это Диабло. Потому что они все там. Если они мне опять же будут, как обычно, нападать с битами, то как бы это проблем особых не составит. По крайней мере, не должно. Главное не нарваться на банду Леоне. С их дробовиками. На отряд тащи, пофиг. Вот на них, да. Правда, у меня машина в хреновом очень состоянии. Поэтому даже они могут мне достаточно урона нанести. Надо мне машину другую взять. Че, еще ты стоишь просто и смотришь такой. О, как интересно, машину дырит. Эсперанто вот теперь у меня. Конечно, та была круче, но это было слишком опасно, потому что она была в очень плохом состоянии. Да, это в натуре Диабло. Окей. Ты что ты делаешь? Едь ты. Если ты, блин, просто поедешь, куда ты и собирался ехать, мне от этого проще просто. Опять они около этой телефонной будки. Они вооружены? Конечно. Как ни странно.
Они меня быстро теряют. Поэтому я могу спокойно их просто всех задавить. Вообще, как нифиг делать. Я могу их оружие подбирать. Лечиться мне не надо, мне броню восстановить, но тут, к сожалению, брони нет. Так что буду довольствоваться тем, тем, что есть. Хотя бы это было просто. Я просто их задавил и все. Че, мне стреляться, что ли, с ним буду? Нафига мне так рисковать? Так намного безопаснее. Но они все равно такие тупые, что главное, я от них отъезжаю, они останавливаются и ждут, опять, пока я их задавлю. Блин, поезда, интересно, может быть, на поезде поездить? Или это только ПТ-4 так можно? Так, отлично, я снова на мосту. И теперь уже все просто. Теперь мне просто надо доехать, как бы, и все. И все проблемы на этом заканчиваются. По крайней мере, на эту миссию. Ну, по крайней мере, я надеюсь, я не знаю. Как бы все может быть. Видите-то ладно, к ним я привык уже. Вообще пофиг. Тем более, тут улицы все равно как-то пошире, как будто, чем... в Портленде, поэтому тут легче от них просто уезжать. Так, вот я переехал, опять мне вниз надо туда ехать, спускаться. Вот так вот. Опять Кенджис, сейчас опять главный герой подойдет к дверям. Очень медленно, потом просто будет миссия пройдена. Прошу прощения, задание выполнено. Ну ладно, опять же, я пойду посплю, сохранюсь, то есть, и увидимся здесь. О, еще чего, блин. Итак, я подъезжаю к миссии. У меня звезда одна, потому что я кого-то там сбил на их глазах. Разъяснение. You. How fitting you should choose this moment to sell your worthless thing. Yeah, to sure. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. А я тут при чем? Hardy pushes line Liberty streets, selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us, at me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Ты вообще охренел? Я делал все как надо. Я как бы не виноват, что такая жопа тут происходила. Вообще, блин, охреневший урод. На меня еще тут гонят. Ублюдок. 8 надо, значит, меня убить, да? Хорошо. Они на двух точках, да, все? Так, у меня брони достаточно, это хорошо. Я могу их просто всех задавить своим любимым способом. Ау. Ага, да, я могу их просто задавить. Но они, походу, не в двух точках, это просто вначале здесь, и надо мне это быстро сделать. Хорошо, отлично, они вроде все очень близко друг с другом, находятся. Так, так, убито 3, надо еще 5. Пока что я... Ага, вот один вижу. Так, это не ты, это вот ты. Их все больше и больше на карте появляется, это меня радует. Ой, у меня скоро будет машина грустная. А типа, чем больше я убью, тем больше мне заплатят? Или как это работает? А, нет.
Прикольно, что я одновременно убиваю и радио переключаю. Как бы мне настолько пофиг. Так, это вообще будет просто, потому что он просто на открытом месте стоит. Ага. Ау! Ладно, сделаем на этот раз по-другому. И он мне даже вообще ничего не покоцал. В смысле, он жив остался? Убито 9 уже. По сути, я могу все, но я хочу еще. Типа, чем больше, тем лучше. Зачем мне прекращать-то? Я не думаю, что я умру. Как бы это очень мало вероятно. Едем мы туда, конечно, можно было и поближе их найти, но что-то как-то ладно, пофиг. Ага, один из них прямо вот здесь, вот у меня на пути. А нет, он наверху где-то. Ну ладно, хрен с ним, тогда убиваем другого. Как тупо, что тут реально не отмечено, кто выше, а кто ниже меня. У меня до сих пор звезда, блин, лол. Весело, клево. Один остался всего. Мне кажется, я уже его не успею. Ну ничего, 10. Неплохо так. Вот сюда. Окей. 2000, отлично. Но тем временем время этой серии подошло к концу. Поэтому, как бы, что, все, да. Всем спасибо за просмотр и всем пока.